Российский морской регистр судоходства выдал сертификат первой отечественной системе управления движением судов. В Ленинградской области программно-аппаратный комплекс прошел тестовые испытания. Это полностью отечественная разработка компании Citronix Group. Система управления движением судов применяется в акваториях с активным грузовым и пассажирским судоходством. Она устанавливается на берегу или на стационарных морских объектах, чтобы получать позиционные данные судов, их скорость, курс, положение. Основная задача – обеспечить безопасное расхождение объектов, контроль за их движением и положением на якорных стоянках, мониторинг проливов и районов, которые прилегают к нефтедобывающим платформам. СУДС – это система управления движением судов. Это комплекс, на самом деле, довольно большой. То есть он включает в себя и радарное оборудование, и оборудование оператора, и связь между ними для того, чтобы можно было обстановку целиком в каком-то регионе мониторить. Есть области применения и на море, и на реках, и в портах. Каждый порт должен быть такой системой оборудован, плюс прибрежные районы с очень активным судоходством. Ну, например, в Питере, где есть, по сути, два фарватера для выхода в Финский залив, эта вот система абсолютно необходима. Больше 70 крупных портов у нас в стране, в каждом из них такая система точно необходима. Один из главных компонентов СУДС – радар, который обеспечивает информацией диспетчерскую систему. Он создавался в течение 2 лет на отечественной компонентной базе. Программное обеспечение написано разработчиками компании. Если мы посмотрим на экран, то увидим некую аналогию с диспетчеризацией авиасудов. Диспетчер закрепляется за определенной группой судов и обеспечивает безопасность их прохода в портовую зону. Поскольку данное решение является полностью импортозамещенным и относится к классу критической инфраструктуры, то данное решение может быть важным шагом в достижении технологического суверенитета Российской Федерации. 26 российских портов оснащены системой СУДС, так или иначе они все иностранные. Мы планируем заместить со временем решение на полностью отечественное и оснастить другие морские порты, которые на сегодняшний момент системой СУДС не оснащены. Кроме того, мы планируем обеспечить системами СУДС ключевые речные порты Российской Федерации. Данная система имеет экспортный потенциал, потому что требования регистра универсальны для таких систем, и мы можем экспортировать эти системы в другие страны. В начале октября система прошла испытания на берегу Финского залива. В планах компании начать внедрение разработки в российских портах уже в этом году.